Доброе утро, добрый день и добрый вечер, уважаемые дамы и немногочисленные господа. С вами модная пышка Люся, улыбку Люся, а магазины женской одежды больших размеров, неповторимые ведущие Люда Даймонд и Надя Кляйн. За операторские... Кто там за оператор отвечает? Люся, твои слова. Вова Люкс. Вова Люкс, да, наш постоянный ведущий, оператор, режиссер. Актер, модель, певец, сценарист. Вова Люкс. И просто гений. Спасибо, да. Люся. Ну гений, что, это точно гений. Ну что, Люся, это, конечно, все хорошо, но самое-то главное, самое интересное, это что? Мы запустили наш официальный сайт, девочки, наш настоящий, большой, полноценный сайт, где вы можете прийти, посмотреть все, что есть в наличии, заказать, посмотреть акции, скидки, все-все-все. Задержаться Люся, там подожди, на долгое подожди. Время. Ты вот так, Люся, ручки проведи, а я сделаю ссылочку на сайт, все, ну-ка остановись, молодец. Девочки, вы видите ссылку на сайт, переходите, смотрите, пишите, если что-то вдруг не нравится, потому что он работает в тестовом режиме, Люсь. Если что-то не нравится, что-то неудобно, мы переделаем. Смотрите, заказывайте. Но там еще да. Не до конца все сделано. Там нет красивой заставочки с нашим. Ничего, Люсь, ставим Люсю, да. Ставим Надю, всех ставим, девочки. А то там какая-то да. Непонятная девушка. Ой, моя это хорошая. Совершенно не относится. Самое главное, Люся, поздравляю с открытием официального да, теперь сайта. У вас есть сайт. Девочки. Я поздравляю всех. Это теперь. Такая возможность, ну через кого-то, кому-то звонить, что-то заказывать, а зашли, не, ну звонить тоже можно уточнять. Наличие размера в каждом магазине. Здрасте. Если вы находитесь в городе и в вашем городе, где вам понравилась какая-то вещь, нет вашего размера, вы можете спокойно заказать, чтобы вам привезли в этот город. Столько возможностей, девочки, вы даже все себе делаем не представляете. Раздел акции, девочки, не забываем скидки, все самое свеженькое, горяченькое на нашем сайте mpxxl.ru, пожалуйста, девочки, переходим, смотрим, наслаждаемся, пишем комментарий. Ну, добрый вечер, Люсь, доброе утро, добрый день уже в конце-то концов, рассказывай. Ну, никак уже мы не приступим, да, все, народ. Все, Надя рвется в бой. Новенькая, ну, вот уже устала, Надюшка. Люся, рассказывай, Люся, говори. Жилет. Стильный, модный, просто офигенный жилет. Шикарный, молодежный, девочки. Из костюмной черной ткани. Боковой разрез. Смотрим, высматриваем, как тут все придумано, задумано. Да, так. Видите, какая у нас завязочка какая? Завязочка, да, девочки. Завязочка у нас работающая. Рабочая, то есть можно да. Расширить, да, заузить да. Жилетик, угу. Пожалуйста. Застежка, пуговичка. Жилет у нас на подкладе. Ткань с эластаном тянется. Шикарно, Люся. Вот, да, вот то, что вот этот у нас разрезник, и вот так у нас такая завязочка. Разрезник, да, Илья Резник, завязочка да. У нас mm-hmm. Красивая, так. Такая изюминка. Дизайнеры постарались, удивили нас. Видели, да? Что-то. Вот этот разрезик, он очень удобный, да, когда вы, особенно в офисе, кто работает, да, в машине кто едет, присели, это очень удобно, это стильно. В жилете нет карманов. Но через эти разрезики очень удобно, ручки засунуть, карманчики в брючках, в джинсиках. Сочетается этот жилет, вот просто мы комплекты сделали с рубашкой, да, Надюшка показала. Наде очень понравилась с водолазкой, она мерила со свитшотом, очень красиво смотрится, особенно в полоску. Размеры жилетов 56-64, цена 6600. Шикарно, Люся. И вот комплект просто мы вот этот жилет сделали красиво вот этой рубашкой, да, акцент сочетания, да, белой блузки, угу. Блузка с крэп-шифоном, манжет какой у нас красивый. Шикарный, да. Да, на так. Таких же пуговках, да, черный жилет и пуговки у нас у блузки тоже черные. Да, девочки, вот так, манжет, пожалуйста. И воротник. Что ты там говоришь, Люся? Кантовка воротника тоже идет в черном цвете, да. Да. Сочетание, да, видишь, как все красиво шикарно, подобрано. Окантовка воротника, пуговки, манжет,
широкий манжет, мой красивый манжет. Невероятный. И манжет, между прочим, тоже, посмотри, какой. Не просто куда у нас один в один находит. Посмотри, как застегивается манжет. Интересно. Мы привыкли, что вот у нас манжет, одна у нас пробь на другую заходит, а здесь нет. Да, две здесь пуговки все красиво иначе, девочки. Вот так вот. How much? Да. Есть такая штучка, такая блузочка. Разрезики по бокам у нас да, есть. Имеется. Длина блузки хорошая, то есть паховую зону закрывает. Спинка на кокетке. Угу. Кокетка. Также есть у нас складочка. Блузки у нас 56-66, стоит 5800. Так, Люсь, ну давай рассказывай, у тебя-то, на тебе-то что? Покружись, покуражься. Я сначала хотела показать комплект в стиле бохо, но потом почему-то решила накинуть вот такую джинсовочку. Она у нас осталась одна, так. Поэтому я ее хочу сейчас прорекламировать. Внимание на джинсовку, девочки! Джинсовочка. Размер 56-58. Это катончик. Катон. Давайте все мне посмотрим. Да, они у нас улетели, как вот пирожки, Люся, пирожки, Люся, горячие, пирожки горячие. И тут идет, посмотри, здесь вставка у нас идет молния, она не огромная, не тракторная. У нас здесь идет тон зеленого, более темный, да, а резиночка здесь идет салатовая. Резиночка у нас идет трикотажная, окантовочная. Резинка это называется рибана. Рибана, обожаю да. Рибана. Рибана. Да. Патчики, да. Пуговицки, девочки, высматриваем все. Смотри, сколько здесь всего красивого. Да тут вообще что-то прям всего капюшончик, размер 56-58. Хорошая штука. Цена этой джинсовочки 4600. Невероятно, Люсь. Рукавчик широкий. Карманчик рабочий. Спущенный, да, рукав не вточной. Спущенный, карманчики рабочие. Он один рабочий карманчик. Да, второй что, не работает? А где у нас второй? А, его нет. Вы смотрите, девочки, как не, интересно. Не, подожди, а, подожди. Есть, ты что ты меня путаешь-то? Тут карман-то, Люся, один они такой, разные. Они разные. Один вот боковой, такой, девочки, а другой, повернись, Люся, один поворачивайся. Один боковой, он во шве, да, во шве. Люсь, поворачивайся, во Люся! Во шве. Вот, а другой такой раз, и можно а что-то туда прям такой. Насыпать, положить. Что, Люся, можно? Накладно. Семечки, моя хорошая, аплодисменты лучше. 4600. Good, так, далее. И вот он сам комплект, смотри, легкий. Давай сюда. Ну, подожди, Люся, ну дай мне. Люся. Вот давай. Вот он комплект. Какой фабрикс, какой брюки дизайнс. И рубашка, стиль боха. Тебе нравится? Ну да, вы говоря, сказали, у нас на нравится. Селе вообще говорят Йодзе, Кацумото, Ямамото. Ну пускай, ну да, но это вот, ты. Но. Да. А брюки у нас, смотри, они двухслойные брюки. Рассказывай, здесь говорим. Один такой слой идет брюк, вот так, такой. Вот, девочки, один слой. Все хитро, все здесь интересно. Здесь можно вот развязать, я сейчас развязываю, и будет более ты прям так сейчас, легкий, да, будешь это делать усиленно? Более летучий. Ой. Такой, посмотри. Вот при, девочки, при ходьбе раз, вот летучий, это получается да. Как... Широкие брюки, да. Пояс у нас на резинке. Резинка. Карманы имеются. Работают. В боковых швах карманы. Да, хорошо. Все широкое. Рубашка тоже свободная. Здесь красивые, здесь защипы есть. Высматриваем вот 4К, девочки. Рукава широкие. Тут тоже, также смотрите, на манжетках, есть, да. Так, на манжетках. Ткань очень приятная. Здесь точно есть хлопок и вискоза. Не врет нам Люся, это не лукавит? Нет, очень хорошо, девочки. Гарант качества. Да. К телу очень приятно. Я уже сколько нахожу? Часа два так хожу, пока ну да, она уже часа четвертый час я пошел, Люся. Ткань дышит. Чувствуешь себя мне приятно, не жарко, да, нежненько? Я чувствую себя приятно. И что нравится мне в этом, в этой рубашке, застежка, пуговички, кнопочки. Мне всегда нравились кнопочки. Это важно, Люся, потому что важно, очень да. Легко ну да, раз и все, застегнул. Пуговицы надоели, честно да, вам устали, скажу. Утомились немножко. Рукава пышные, они да. То не заужены, широкие рукава. Вот хочу вам показать. Но вопросов нет, Люся. Рукав у нас вточной. Это просто не мой размер. На мне размер 54-56. Есть еще 58-60. Цена комплекта 10-400. Невероятно, Люся. Кружись, куражься. Цвет раз, только два, три, черный. Раз, два, три. А зачем светлый?
Ему прям идет. А мне другое не нравится. Да, не любишь? Мой все равно любимый, самый любимый цвет, все равно черный. Лучше. Ну и пошла у нас нарядка. Жара. Да, жара, зной такой пошел, брючные костюмы, да? Пекло просто у какое-то. У Нади, да, у Нади тройка. Брючный костюм. Надя, атлас. Пожалуйста, на первой позиции. Атлас. Покажитесь нам. Изумрудный цвет. Топ. Так, девочки. Рубашка и широкие брюки. Костюм тройка у нас стоит, Надь, сколько? 12 800. 12 800. Вдумайтесь, три вещи. 12 800. Цвет красивый. Вот, ну, все видно, даже не буду говорить. Ну, вот, что там, да, говорить? 12 800. Рубашка, значит, у нас разрезики по бокам. Английский воротничок. Застежка у нас пуговки, но пуговки не простые. Пуговки у нас золотые. Ой, сразу Люся, акцент, красота, золотые пуговки. Красота, и Люся. Золотое ожерелье. Все, ага, сочетается. Брюки широкие, на резинке. Смотрится очень хорошо. То есть прям в пол тянется. Не болтается где-то в воздухе, а нам сидит так, надо, как надо. Девочки, топы, пожалуйста. Новый год не за горами. Да. Пора бы уже гардеробчик-то обновить, в конце концов. Черный, Люся, топ. Черный. И бежевый, да, топ. Да, нюдовый. Опять, и черный. Вот смотри, плотность ткань какая, да? Хорошая. Плотная ткань. Да, плотная плотность, девочки. Да, так, да, кто стесняется, да, так, вот у кого-то какие-то проблемные так, есть. Все тут хорошо. Зоны, да, то вот именно плотный топ. Он будет скрывать все ваши недостатки, сядет прекрасно. Топ, вот, вот, пожалуйста, этот костюм изумруд с бежевым цветом. Вот как красиво смотрится. Очень хорошо. И белый топ здесь тоже будет красиво. И розовый, и Люся, розовый, и пыльную фуксия. Розу. Барби-кор твой фуксию, любимый. Ну фуксию чего? Я не знаю, Вов. Что значит ты не знаешь? Ну, в принципе, а это знаешь, фуксия тоже. А тебе знать и не надо, потому почему? Что я знаю. Ты знаешь. Да, конечно, да что ты говоришь? Я тебе говорю, моя хорошая. Поменяли топ. И так, совершенно другой комплект. Сколько за костюмчик? Поменяли брюки, совершенно новый комплект. 12 800, девочки, тройка, все удовольствие, тройка. Троечка. Размеры с 56 по 66 размер. Этот комплект должен быть в вашем гардеробе. Обязательно.